Привет, друзья! Небольшой фрагмент видео. Передаю сегодня трактор Йота 130, 1304 модель. Показания на панели. Панель цифровая, очень интересная. Загорается, когда заглушишь. То есть там идет логотип такой трактора. Ну, сейчас вот проеду небольшое расстояние, просто покажу, значит, переключение повышенного, пониженного ряда. Первая передача. Как по традиции, валим на гелике. Ну, честно, первые впечатления после того, как я катался на Зумлёне 160-м, на этом гораздо приятнее ехать. То есть он прям, плавность у него какая-то входа, так сказать, существует. Так, сейчас задним ходом будем. Задним ходом. Ну, пищит, скорее всего, что наличие топлива. Мало топлива в баке. Так машина интересная, даже не трясет. Я бы даже, наверное, на дальничок куда-нибудь прокатился. Клиент просил 7 километров к нему заехать. А я говорил, ладно, в принципе, по времени сегодня припоздали с отгрузкой, поэтому уже к нему не поеду туда. Может, будет еще возможность прокатиться в другой раз. А так, кайфовая машинка. Ну, пожелаем ребятам хорошей эксплуатации, как всегда, да? Чтобы техника радовала. Счастливые обладатели!